Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии за Аравию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели начало, то рекомендую прямо сейчас перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну вообще-то еще испанец тоже. Так, надо мамлюков этих спасать мне, прокачанных. Так, куда я отвалился ли это? Ну тут был рассинхрон с кем-то. Армия. И здесь будет армия. У меня 3 армии с кавалерией. Так, мне надо будет один ход поменять содержание юнитов. Так, надо открыть вот эту вторую балет все-таки, а потом уже мобилизацию идти. Быстро поменять карточку, обработать нефть и апать, чтобы была сила больше у города. Ну, давай. I have always considered opera is when a guy gets stabbed in the back. Ну, и почему? Thank you.
открыл, что ли? Трындец. Только что завершено. Блин, в пластмассах, ёкарный бабай. У меня уже один город захвачен. Дайте нефть кто-нибудь, пожалуйста. Нету вообще. Танками захватывает. Я отобьюсь, если вы мне нефть дадите. Дал, я проверяю. Ой, стратиотай. Это меня вырубает в шестой цели вот эти вот. Алексей, проверь там сделку, я тебе кину. Получил. Немец, объявляй войну. Не дави на него, пожалуйста. Я ему нежно это говорю.
Слышишь, в голосе нету жесткости. Перс предложение. Да, в Циви, конечно, партии длятся долго, а вот в глобальной космической стратегии consolewar.ru еще дольше, месяцами. Правда, там не надо постоянно находиться в игре, и ваше время расходуется более экономно. Кстати, по игровым событиям рисуются и выпускаются комиксы. События в игре влияют на сюжеты комиксов и наоборот. Так что заходите на сайт consolewar.ru и участвуйте в игре, ссылка в описании. Не забудьте указать секретную фразу «Лёша играет» и получить бонусы. Вау, Торонто побеждён наконец-то. Да, и три юнита следует. In order to rally people, governments need enemies. If they do not have a real enemy,
In the hierarchy of the major poet. Thank you.
Вот и баланс. Забалансило меня одного здесь, но ни селитры, ни угля, ни нефти. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но никто не хочет в войну больше вмешаться. Я воюю против двух лидеров по науке. Тут Ацтек, как бы, 200. Ну, я не в плане науки вход, а количество технологий изученных уже. Слушай, ну ты офигенный лидер по культуре впереди, и к тому же это тебе... А, ты уже почти половину насобирал туристов, кстати. Да, они не так уж быстро идут, если честно. Ну, ты у меня два города уже забрал, если честно. Ну, это не связано. С тем, что ты воюешь с лидерами по науке? Ну, в плане того, что я воюю с двумя, получается. Не с одним, а с двумя. Я чисто физически не успеваю на два фронта кликать юнитами. Ну, что ж ты так сделал, не подумал. Ну вот о чем я говорил, что приходится греку с немцем воевать. Причем немец намного более опасный соперник по войне, чем я. Зачем надо было так... Я не понимаю, он думал, что напав на меня, он себя обезопасит. На него не больше никто не будет другой нападать, что ли? В этом идея у него была или как? А что тут за промоушен? Ну, сейчас надо танки сделать. Точно надо, естественно. Ну, испанец просто по науке отстает, то есть, блин, вот если б грек на немца сосредоточился, если бы про своего мамлюка, я бы испанца забрал спокойно, а так вот. Имеем, что имеем. У меня цело крашнулось. Ждем или как? Ну да, нажмем паузу. О, блин. Ну за тебя все юниты на моем фронте походили. Печалька, давайте сесть туда. Хорошо. А чё это теперь стал компьютер ходить? Вроде бы всегда так было, нет?
А что там за договор был? Написано, Курдизас принимает условия договора. А тут уже фабрика достроится. Просто он сейчас, его нету смысла использовать, потому что он действует на юниты информационные, ну, последних двух эр, а у меня сейчас танки эти эпохи атома информационные эры, а у меня танки нового времени, то есть мне надо сначала выйти в новые танки. Так, что ты подумала? Купил торговца еще счастье, чтобы давал. Что видите, проблемы есть некоторые со счастьем. Давай. Воу, что у меня тут началось?
Простите, я забыл про этого. Передислоцируемся в другой город пока. Но это, блин, из-за войны. Да, чуть-чуть бы грек раньше напал, и было бы все намного хуже. Перс, а ты еще с одного бока не хочешь напасть? Думаю. Еще одно добыл. Прикольно. Уже у грека две этих спер. Еще раз, два, три танка надо. Значит, еще один. Строим танк.
Блин, тут минус 8 довольства. Осталось от войны минус 8. Трындец. Может, действительно лучше самолеты построить. Ну, сейчас пушки придется строить пока. Пушки у него тут стоят. Две. Ну, артиллерия, я имею в виду. Он будет обстреливать артиллерию артой танки и убивать. Untutored courage is useless. Had I been present at the creation, I would have given. Давайте, наверное, возьму к довольству. Плюс 4 от коммунизма. Арту, видимо, строить.
армия. Теперь надо арту такую же настроить. Этими сынами я тут нефть не обработал. Яночка. Рано еще. Еще одно население надо, блин. Не, мне надо идти вот в танки, в современные. Как минимум 3 современных танка у меня будет, еще кавалерии можно подделать. А здесь фашист. Молодец, Жарек. Получилось? Что именно? Украсть. Ускорение. Ну, очевидно, нет. Радио я не исследовал, идеологии еще 4 хода. Блин, 3 военных академии я построю как раз. Вот у меня уже в Думьяте, по-моему, есть. Тут достраивается. Это будет, да. Так впереди. Грек, посмотри, кто лидер по науке, так, на всякий случай. Ну, теперь ацтек, да. Две армии арты и армия пушки неплохо так фигачит, я хочу сказать. Я бы даже 2 корпуса, наверное, пушек сначала сделал. Надо поменять на дальнобойные вот 3 хода. Так, а стоп, я уже могу этого что-то апнуть.
да, до пулеметной роты. Значит, надо корпус пулеметной роты строить. На 19 ходов, нифига себе. Общее удовольствие минус 7. Я минус 18 производства теряю из-за недовольства. Прикиньте. Даже не знаю, где мне счастье взять. Киты, гипс, специи, какао. Похищен потолок Сикстинской капеллы, блин. У меня шпион похитил потолок Сикстинской капеллы. Как он его вообще отскоблил, эту штукатурку, и вынес? Как это может быть? Ключевое слово незаметно. Как я так проспал? Зато радостно, что на это. Потолок Сикстинской капеллы. Ну блин, ну ё-моё, Лёшей! Я проспал два юнита вот просто сейчас, зато посмеялся над Сикстинской капеллой, блин. Идиот, так про себя. Ну, наверное, в другой город пересесть.
Better to fight for something. Better to fight for something than live for nothing. Надо с немцем союз заключать. Танковый корпус. У меня есть как раз. Не очень понятно, в чем разница бонус против наземных юнитов и против сухопутных юнитов. Типа, это офигенная разница, да? Немец, она тебе договор послал? Так, выжженная земля и... Тоталитаризм. Блин, мне бы радио выучить. Ну, вообще радио трикода. Нифига не трикода. Ацтек уже спутник запускают. Не-не, подожди. Лидеры по науке же мы с немцем. Ну, поначалу были вы, а теперь он. Потому что он не воюет, а вы воюете. Обычно. У перса тоже по науке, у него больше науки, чем у меня. Немец, еще сделка. Так, сейчас будем. Блин, опять я тут что-то. А, он город обстреливает. Сейчас надо поменять на. Производство юнитов ближнего и дальнего боя нового времени и всех прошлых эпох.
Немец, там еще одно предложение, посмотри. Опа, нет шедевра. Тогда в Афины. Блин, я не понял. Не поменял то, что хотел. It is arguable whether the human race have been. Курдезас, ты слышишь меня, нет? Thank you.
Падают города. Ну, Мекка следующим ходом падает тоже, к сожалению. Чисто самолетами. Ну, слабенько самолет вообще, то есть он просто вообще ничего не делает. Ничего не заберу. Зашибись. Ну, трындец, просто. Но меня Грек забирает. Что немец с самолетами ничего не может ему
If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're misinformed. Танк куда-то на озеро выпрыгнул и с озера почему-то атаковал город. Класс. Ну, отступил я в Каир и в Думьят. Видите, так как мы союзники с немцем, он видит, что происходит, и он обстреливает юниты греческими самолетами. Правда, я считаю, что самолеты вот, шестуйцы слабы. Бомбардировщики. Думаю, надо. Боже, испанец, я перепугался, что здесь твоя высадка уже. Не высаживаться нечем. Мне деньги непонятны. Я когда увидел, меня аж передернуло. Может. Потом смотрю, это твои миссионеры. Кошмар. Немец, предложение. -45. Подожди, немец, я вроде не понял я. Да я тебе хотел дать. Вно. Что? Пропадаешь, я вообще ничего. Вно? Немец, если тебе надо золото, кинь торг. Возьми, немец. Я сорян, я что-то затупил.
Алексея, прими там. It has been demonstrated that no system, not even... Немец, там тебе около Занзибара бежит кавалерия. Загляните на сайт consolewar.ru, а после регистрации введите кодовое словосочетание Лёша Рептилоид. Ну а на сегодня все. Продолжение партии, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халец, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.